Дорогие друзья, я бесконечно счастлив, что я снова в Калуге, в моей любимой Калужской областной филармонии, и хочу ее поздравить с юбилеем, 75 лет. Это дата. Я бесконечно счастлив, что оркестр, основанный Евгением Тришиным, живет и побеждает, играет, участвует в нашей творческой жизни. Вот. И меня радует лозунг, по которому живу я сам, что все остается людям. Вот сегодня он с нами, несмотря на то, что его нет, но вот его оркестр, его душа поет вместе с нами. Кроме того, мечтаю о том, чтобы фестиваль «София», который проводит фонд, благотворительный фонд, который я возглавляю, заключительный концерт, чтобы был в Калуге. Почему? Потому что в этом году мы проводим в Костроме, накануне, в прошлом году мы проводили в Белгороде, как бы мы шагаем из Москвы к людям, там, где настоящая жизнь, там, где настоящие люди, там, где любят искусство, и, что особенно важно, любят меня. Спасибо.